Теперь мы выполняем очень важную манипуляцию, которая будет прогнозировать клинический успех и отсутствие рецидива, такого как расхождение швов или обратная редукция апикальная с лицом костичного лоскута. Фиксация мобильного слизисто-костичного лоскута проводится в самых апикальных точках трапециевидного вертикального разреза с захватом надкостницы. Таким образом, вы фиксируете слизисто-надкостничный лоскут, который вы мобилизировали, к надкоснице в новом положении, что препятствует его апикальному смещению, расхождению швов и созданию натяжения в послеоперационном периоде, который будет вызван и отеком мягких тканей, и отеком мягких тканей лица. Дальнейшее проводится ушивание вертикальных разрезов. Можно сделать их субэпителиальными швами, можно сделать это непрерывным швом, и можно выполнить это одиночными узловыми субэпителиальными швами. То есть это никакого принципиального значения не имеет. Принципиальное значение имеет двойной петлевидный обвивной шов, который мы выполнили, сопоставив хирургически с анатомическим сосочком. И фиксацию мобильного лоскута, выполнив его фиксацию к надкостнице субнадкостничными швами. Выполнив корональное смещение, еще раз, мы получили объем слизисто-костичного лоскута шириной кератинизированной десны более 3 мм, около 3 мм в области рецессии, наличие надкостницы в области рецессии, контактирующей с зоной бесклеточного цемента и фиксацию устранения самой рецессии ее глубины и полноценный эстетический результат, так как в данной методике мы используем только собственные ткани, ткани зоноспецифичные для этой операции, которые позволяют потом полностью нивелировать зону вмешательства и какой-либо эстетический дефект. Хорошо, а я сейчас тогда можно на соседнем зубе его просто повторю, вам покажу? Давайте еще раз я продемонстрирую тогда двойной обвивной шов, раз он вызвал вопросы. Вы проводите вкол вестибулярно, начиная от подвижного слизисто-надкостичного лоскута, пронизывая насквозь анатомический сосочек, где эпителизированный выкол проводится на нёбной поверхности. Обвиваете с нёбной поверхности шейку зуба. Делая вколы в нёбный сосочек межзубной, выходите в зоне деэпителизированного сосочка анатомического. Делаете вкол в зоне расщепленного слизисто-надкостничного лоскута, но у меня его здесь нет, я сымитирую, потому что я дублирую. Выкол у вас вестибулярной поверхности слизисто-надкостничного лоскута. Вкол обратно в слизисто-надкостичный лоскут, вы выполняете маленькую петлю малую. Выходите через деэпителизированный сквозным проколом анатомический сосочек с нёбной поверхности. Делаете, обвиваете еще раз повторно с нёбной поверхности шейку зуба. Делаете сквозной вкол межзубной сосочек с нёбной поверхности. Выходите в деэпителизированный анатомический сосочек и сопоставляете деэпитализированный анатомический сосочек с хирургическим затягиванием узла. Я просто вот так вот, не знаю, два витка, я всегда просто так ушиваю раны. Это никакая не рекомендация, просто мне так удобно, поскольку нити, которыми я использую, достаточно тонкие, они требуют более прочной фиксации, как более тонкий шовный материал. Его одного узла, мне кажется, недостаточным.
Вот вы зафиксировали слизисто-костичный лоск. А он у вас сам будет чуть выше, потому что да, вы же отложили глубину рецессии плюс 1 мм от высоты анатомического сосочка, от вершины. Поэтому хирургический сосочек ляжет туда ровно, именно на зону, вот эту перекрывая на 1 мм саму глубину рецессии. Он будет корональнее, да. Это на динамическое рассасывание, на динамическую усадку ткани дается зазор в 1 мм. В последующих слайдах я вам хотела бы показать, продемонстрировать клинический пример. Немного поговорить об осложнениях, которые, может быть, вас ожидают при применении этой методики, о том, как с ними бороться и как предупреждать вообще возможные осложнения. Значит, как все знают, осложнения могут быть местные или общие. К местным осложнениям данной методики отходятся самые классические расхождения швов, это первичные, рецидив, появление все той же рецессии в том или ином количестве, обнажение твердомозговой оболочки, если вы использовали аллотрансплантат или соединительный тканный эндопитализированный трансплантат, его какая-то гибель или некроз того или другого трансплантата, гематома и отек. Ну, по поводу расхождения швов, предупредить данное осложнение достаточно просто. Вы должны правильно мобилизировать лоскут, правильно наложить швы и предупредить пациента о определенных охранительном режиме принятия пищи, индивидуальной гигиене, которые следует применять после таких мукогингивальных вмешательств. Рецидив вызван, как правило, ошибкой либо во время проведения операции, а чаще всего рецидив приводит к тому, что неправильно была произведена диагностика и выбор методики не соответствовал клинической ситуации. То есть были не учтены какие-то факторы. Иногда от вас не зависящие, иногда зависящие от пожеланий ваших пациентов. Обнажение твердомозговой оболочки или аутотрансплантата или аллотрансплантата может произойти в случае, если была опять же плохая мобилизация лоскута и неправильно наложенные швы. Тоже предупредить вы можете по абсолютно правильным произведение всех манипуляций и вмешательств во время операции. Гематомы и отек всегда сопровождают подобные мукогингивальные вмешательства, так как они вмешательство проходит в области, собственно, слизисто-мышечных тканей, которые при повреждении дают реактивный отек или какие-то гематомы в области непосредственного вмешательства. Я предпочитаю назначать десенсибилизирующие средства противоотечные на 3 дня, которые снижают реактивность организма на хирургическое вмешательство и помогают пациентам быстрее восстановиться и перенести послеоперационный период. При общих осложнениях это может быть повышение температуры тела или реактивность на аллотрансплантат. По первому пункту мы обсудим с вами после обеда. Возможные какие-то реактивные реакции организма. А повышение температуры тела – это естественная реакция на любое хирургическое вмешательство. Зависит оно от состояния иммунной системы пациента. Поэтому здесь, в общем-то, особенно ничем помочь пациенту не можем, только назначить ему жаропонижающие препараты. А при подобных вмешательствах антибиотики не назначаются. Никаких гормональных средств я стараюсь не использовать, вообще никаких таблетированных форм, только местное применение антисептиков, эпидемиологической терапии и хранительный режим питания, гигиены и жизни для пациента в течение 10-14 дней после самого вмешательства.